Ну как же без грибов? Мы везде грибы найдем. Что-то на фламулину похоже. Так, надо куртку расстегнуть. Сейчас посмотрим. Угу. Да. Фламулина. Вот так. Даже и не ожидали. Видите? Грибочки. Грибочки. Да. Даже не ожидали, что здесь будет фламулинка бархатоножковая. Видите, какой бархат. Очень полезный лечебный гриб. Ну и сейчас вырвем его. Здесь гидропарк. Машины не ездят. Кто-то смотрел. Пробирается. Очень полезный гриб. Грязный прямо. У нас в лесу было там место. Ой, еще. Вижу, на-ка. Ну, там эти... Куда там? То не вижу. Видите? Надо походить, поискать, слушай. Может, еще где-то в парке. Даже и не знаешь. Ой, чтобы не упасть. И не знаешь, где найдешь. Какие кустики. Ну, пойдем дальше. И кто бы мог подумать, кто бы мог подумать. Фламулиночки. А это даже не знаю, что это за грибы такие красивые, сиреневые. Вон какие красотулечки. Видите? Что мы нашли в гидропарке? Пойдем дальше искать. Может, что-то еще найдем. Муж говорит, все зажрались. Вон и едальня. Там такой кусок сала висел. Все зажирели. И где эта белочка? Чё ей сюда идти? Господи. Сколько фламулины. Успокойся. Помоги. Не бей его палки. И кто-то, не знаю, порвал, выбросил. Ох, сколько было много. Люди не знают,
думают, что что-то плохое. Там у него там вот. Там. На. Ну если не знаю, то нахрена рвать. Ну как это не порвать? Ты такой интересный. Я не знаю, ага, как туда добраться? Что-то похоже тоже на фламулин. Сейчас эти то морозы, то оттепель. Погода вообще отвратительная. Сколько трутовиков. Это что-то похоже на вешенку, наверное. А то что? Фламулином она там как-то аж раскисла. Что ж это морозы тут? Вот теперь. Сейчас он вообще то ли 10, то ли 11 градусов тепла. Ой, не знаю, что лучше. Вон какой у нас гидропарк. Старые сосны там. Ветры, верхушек столько уже. Какие дубы. Может, ты что ешь? Хлеб для белочки? Ой, здесь столько, слушайте, всего, что муж решил хлеб, который взяли, сам. Проголодался как-то белочка. Белочки здесь жируют. Здесь белочки не голодают. Ой, какой медведь. Какой медведь здоровается с детьми. Да. Только белочек нет. Еды полно. Че, муж, ты уже до орехов добрался? Ой, только отвернусь на что-нибудь для белочек, как он уже наши. Ой. Вон сколько валяет. Ну да. Короче, решил муж сам съесть все, что несли для белочек и птичек. Птичек что-то вообще нет. Белочки обожрались. Белочки обожрались, муж говорит. А сам проголодался. Короче, хлеб умял уже. Орешки доедает. Ой. Я могу поделиться. Не, не хочу. Я фламулины поела. Немножко. Так, прогулялись, прогулялись. Тепло, хорошо. Только белочек нет. Мишку встретили. А белочку не встретили. Сейчас муж вместо белочки дожует. Белочка, белочка. Вкусные орешки. Отвернулся недовольный орешками. Прогулялись, дали круг по гидропарку и домой. Так что до свидания. Всего хорошего вам в новом году. Отлично встретить Рождество.
всех благ. И чтобы ваши все мечты исполнялись. Здоровья всем и мира. До свидания.